За занавесом небольшой цех местного разлива. Здесь банановые перцовые настойки, грушевка и не только. Ассортимент широкий. Тут же все нужное для производства. Весы, заготовки замороженные свежие, спиртометр, открытые канистры и готовая к реализации продукция. Можно кальвадос. Джин даже можно сделать. Вот. Вот эту бутылочку сюда разливаем. В ходе рейда из заведения было изъято 23 литра спиртосодержащей продукции. За ее реализацию без документов на должностное лицо составлен административный протокол по части 2 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Всего же выходные полицейскими Саратова выявлено 16 фактов нарушений, в том числе за продажу алкоголя несовершеннолетним. Из незаконного оборота изъято около 50 литров спиртосодержащей продукции различных наименований. Рейды сотрудников полиции, особенно выходные и праздничные дни, будут продолжены. Элла Абжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть, Саратов.